Наказанием лжеца оказывается не то, что ему больше никто не верит, а то, что он сам никому больше не может верить. Нобелевская премия – это спасательный круг, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно достиг берега. Первую половину жизни нам портят родители, вторую – дети. Каждый человек имеет право на собственное мнение при условии, что оно совпадает с нашим. Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок. Он ничего не знает, а думает, что знает все. Ему на роду написано быть политиком. Человека ненавистничество – это плевок в зеркало. Самый эффективный способ заткнуть гению рот – это принять его идеи на веру, признать, что он великий человек, и забыть о нем. Берегись человека, не ответившего на твой удар. Он никогда не простит тебе и не позволит простить себя. Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть. И в дружбе, и в любви рано или поздно наступает срок сведения счетов. Чтение сделало Дон Кихота рыцарем, а вера в прочитанное сделала его сумасшедшим. Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляет не лучше, чем мы того заслуживаем.